Иди сюда! Сразу приезжайте. Где он кончик, да? Ну он больной, я же говорю, нельзя трогать. Ну фонарь, не трогал. Нельзя, это больной на голову. Нет. Да, он начал сюда на нас гнать, типа. Домой. Да мы тебя не тронем, иди. А что с ней? А, ну бывает. Ты не надо, Жек, иди в жалку. На мышский боец пошел. Вы хотели. Он больной, не его трогал. Такие у нас люди. Что, с судой? Да. Сейчас мы чуть-чуть покатаемся на льду. Если покатаемся. Так, если ты что хочешь взять? Ты хочешь разобрать, на коньках погонять? Молчи, какие-то катаются. Сейчас они, наверное, спугаются вот домой. Мы уже полдня расчищаем эту хрень. Помаши лопатой. Такой террорист. Второй раз выпадает за зиму снег. Короче, как обычно, Николаев у нас такой странный чувак. То ли не выпадает, то ли засыпает вообще вовсе. Перекрыли вчера дорогой. Ну, уже сейчас вроде нормально. Ну, именно в Николаев. Так что вот так вот. Прибыл снег. Наверное, завтра будем кататься, а то сегодня не получится уже. Снег не выпадет, конечно. Что? 300? Практически. 289 подписчиков. Террорист в маске. Террорист на коньках, ё. А, блин. Камеру больно держать, так холодно. Давай, показывай. Получается? Ага. Бесплатно ем. Да, малыши так раскатали нормально, ё-моё. Малыши нормально раскатали так. Нихера себе. Лёд с два дня где-то уже замёрз. Середине озера практически. На улице не видно. Что? Нормально? Ты катался. Будем, наверное, собираться пойти. Так что, вы мутили или нет? То холодно. Жрать хочется. Вот так проводим дни, так сказать. Правда, холодно очень. Снял перчатку на минуту буквально. Все, я уже руки не чувствую, все загрею. Отогреваюсь. Ты же тут раскатал, ё-моё.
тебя жопа все. Сниму. Да, наверное. Да холодно уже, стой, снег какой идет. Снег нормально же валит. Если бы не было ветра, было бы супер. Давай. Рискни. Кидай. Ну все. А ну иди сюда. Нормально? Ибо нефиг. Давай. Ты тоже ж могу тебе ответку кинуть? Что ты убегаешь от меня, а? Хочу с племянницей погулять выйти. Погодка охеренная. Кого? Хаски. Да хаски не выйдет, у нее лапки валят. В следующий раз придешь, и мы с тобой поиграем с хаски. Что ты сделаешь? Смотри, в лицо сейчас скинешь. Он стой. Труси. Эй, снег не вкусный. Это вода обычная. Еб. Это ты вода. Это ты вода. Завтра соревнования, сегодня с пацанами решили немножко побродить где-то. В снегу поваляться, что ли, я не знаю. Сейчас посмотрим, что будем делать. Еще один чувак подойдет, Андрюшка. Второй братуха. Так где они? Дебил бежит. Ой, короче, понятно. Ждем, в общем. Снежок выпал нормальный такой. До сих пор остался. Ого! Увези на эту херню. Говно. Волт. Ты даже не зашел рука, давай, лови. Что ты нахуй делаешь? Да не надо, у меня рука кривая, давай. Не сильно добил. Он соскальзывает. А он трюка лови ты, давай. Давай. Я, блядь, ловлю. Я не жаль. Надо бы будем пальцем. Так все, короче. Лови, он. Да не надо кидать, еще добил. Угу. Да не надо, вы сейчас что-то разобьете. Ну, давай, так, развлекаемся, давай. Ну что ты делаешь? Дебил. Ну что, погнали? О, Андрюха, тебе не надо такие? 0,5. Это сильно тяжелая, блядь, хуйня. А кому это 0,5? Не знаю, это дети, оно. И то дети, блядь. Это для фитнеса, ебать. Это для тебя. Сегодня пятница, 13 января. Настал тот день отбора на Украину. Сегодня бегу для разминки 60 метров. Потом основную дистанцию 400. Моей целью будет являться, наверное, пробежать 400 хотя бы за 50 с чем-то секунд. Там 50 или 55. Не знаю, посмотрим, как будет на деле. В прошлый раз я немного спотыкнулся, много потерял. Секунду где-то или даже может больше. А сегодня, ну, обязан просто пробежать за 50 хотя бы. Я надеюсь, я смогу кого-то попросить, чтобы сняли мой забег. Может, посмотрю, что-то поснимаю там, посмотрим. Я, в принципе, сейчас буду уже собираться, идти. Время, мне еще там надо... Буду вправлять спину, короче, а то у меня проблемы какие-то начались опять со спиной. Ну, как вправлять, там просто поправить надо. Защемило что-то, болит неприятно. Так что, я надеюсь, ставлю забег. Пока буду собираться, кушать и уже выходить. Первый день я бежал 60 метров и 400. Ну, тренер мне сказал пробежать 60, чтобы размяться и разбегаться как раз на 400. 60 метров я пробежал за 6,7. Видео вы сейчас можете посмотреть. После 60 сразу, спустя 20 минут, сразу уже на старт 400 стал. Конечно, 400 было бежать очень тяжело, меня накрыло после 400, я лежал, тоже все сами увидите. Саму дистанцию я пробежал за 50,9, ну для нашего манежа это, ну, такой результат, средний.
Валера, нарабатывай быстрее! Давай, Валера, быстрее, быстрее! Я хочу сказать вам, Валера там занимается? Да. Валера нормальный чувак, набежал 400 метров, сколько, 50? 59. 59? 59. 59, он едет на чемпионат Украины в Запорожье, и он всех вот так вот, а? А ты что пробежал? Ты не думал случайно? Ты не думал случайно? Нет, это он такой. Криста еще валю. А потом взял. Никого нет после меня даже. А потом, как будто кто-то отрезает тебе ноги и все. Так что, каких ошибок? У меня вот с того виража все, я уже не бегу, я уже не могу просто. С этого? Вот, да, последний вираж, и все, и меня накрывает. Валер, тебе кажется, тебя может... Убило все с виража. Тебе кажется, может, что тебя накрывает, но я же сижу вот здесь вот, переодеваюсь, ты еще нормально хотел. Нет, ну я пытался, Все, что осталось уже. Ну, понятно, кажется. Нормально. Ну, хорошо, что хоть личный рекорд побил. Было 51,5, а сейчас 59. Ну, 6 десятых лучше. Нормально. А когда ты 52? 51,5 на прошлых. До Нового года. Тебя не жалеет. Ты пиздец. Реально, говорит, быстрее, я уже не могу. Ну и так быстро бегал, она говорит, быстрее, еще и что? Я уже начал бежать на полную. Уже все выдать, стрейкаете результат. 23 с чем-то. 3 с чем-то, а надо было 4 что-то. 24 нам. Нормально, молодец, значит ты тянешь. Значит тянешь быстрее. А что, сильно рвануло тебе? Ты говоришь, что последний выражай? Вот тут я уже все, думал, все, сейчас сойду, говорю. Подожди, это хорошо, тут 80 метров, меня за стул убашил. Не, добегал, и мне резко, вираж, я, все, я не могу. И опять я начал там что-то запинаться, думал, сейчас опять спотыкнусь, но потом нормально. Ты уже нормально побежал. Ну да, блин, я просто держал. Тебе так хреново стало, что ты не бежишь, ты еще бежал, вот здесь ты еще бежал. Ну такой шаг всего. Я тебе еще орал. Она говорит, дорого, опусти, я уже вот так. Я уже это все слышал. Да, я слышал все реально. Закинул голову, закинул плечи, и тебя сразу в стопор побежать. Не, ну я вот так бежал, вот так. У меня голова ровная, но тело... Она говорит, опусти голову, я уже глаза закрыл, уже не вижу, что бегу, блядь. Во второй день я бежал 200 метров. Бежать было тяжело после 400, не восстановился. Вчерашние соревнования были вечером, а сегодняшнее утром, и не успел просто восстановиться. Подустал после 400 и пробежал за 23, ровно за 23 секунды. Поспал. Зарабатывай давай! Ну, есть над чем работать. Наши виражи в манеже очень тяжело бегать. Привыкнуть к ним никак не могу, не получается. В общем, надо отрабатывать скоростную выносливость, выход с колодок. Единственное, что у меня хромает, и, скорее всего, это тоже вход и выход с виража. Потому что корявый капец, да не. За первый день я поставил своих два личных рекорда на 60 метров. И на 400 тоже. Это не знаю, как так получилось. Скорее всего, две тренировки в день. Но все равно это не предел. Есть к чему стремиться. Так что пашем дальше. Работаем на результат. Посмотрим, до какого потолка я могу достать. Не знаю, до какого максимального результата я дойду. Это все-таки интересно. Это эксперимент над собой. Смогу ли я что-либо дальше продвинуться? Как я смогу развиться до своего максимума? И существует ли он вообще? А нет, неправильно. Вот эти два. А без разницы. Не. Не, вот так давай. Надо, вот так. Давай. Давай. Блин. О, нормально.
Еще один? Да. Возьмите меня. Сейчас, подожди, не кидай. Нет, он сильно отбойно. Подожди, подожди, не кидай. Да, давай. Давай, Олег. Все не боулись они. Дома еще посидеть, а так не дома. Показывай. Хорошо так. Кинул мощно, но не долетело. Немного ровнее. 32 километра в час. Давай. Ну да, на. О, сейчас страйк давай. Будет, Валерий. Ох ты ж. Еще раз, давай. Мы тогда, помню, два подряд. Да. Сейчас, давай, подожди еще. Давай. Четко. Блин, я профессионал какой-то, нахер не пришел с нами. Какой там счет? 56-45. Давай. Тут надо вдуплить, куда целиться попадайка. Да что ж такое? Высказывай вещь. Заруба жесткая у нас, да? Кто там? Сколько очей? Батя на первом. Смотри, что-то опять забьет, смотри. Потеют. Напряжение растет. Жека сейчас, да, давай. Мама! Четко. Блин. Что ж такое? Мне то же самое только что было. А ты страйк когда выбил, давай второй. Давай третий. Давай, будет ли третий страйк? Давай пивас, пивас. Давайте пивас делаем. Давай. Блин, это было неплохо. Все равно классно.